Трамп: было бы хорошо наладить отношения с Россией. Во время встречи с президентом России в Хельсинки 16 июля стороны смогут очень хорошо поладить, считает президент США. Президент США Дональд Трамп в интервью британскому изданию Daily Mail заявил, что было бы неплохо наладить и поддерживать партнерские отношения с Россией. «Смотрите, если мы сможем договориться с Россией, это хорошо», — сказал он. По мнению Трампа, есть вероятность того, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля стороны смогут очень хорошо поладить. «Я считаю, что мы, возможно, очень хорошо поладим». Кто-то спросил: «Вы друзья или враги?» Я ответил, что пока слишком рано говорить об этом, а сейчас я скажу, что мы соперники. Однако для США и, честно говоря, Великобритании и других стран лучше поладить с Россией, Китаем и всеми подобными странами, объяснил американский лидер. Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки в понедельник, 16 июля, около 13:00 в президентском дворце. Напомним, Финляндия ввела контроль на границах с ЕС из-за встречи Трампа и Путина. После встречи с российским президентом американского лидера будет ждать запасной самолет в Таллине. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.